Всем ассаламу алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний свой видеоролик я хочу посвятить для моей единственной сестренки, так как сегодня у нее день рождения. Сначала я хотела бы вам рассказать, как моя мама решилась в таком уже взрослом возрасте, 38 лет, родить ребенка. 12 лет я была самым младшим, самым избалованным ребенком. И даже по сей день я остаюсь избалованным ребенком для своей мамочки. Когда мне исполнилось 10 лет, моя мама очень серьезно задумалась о моем будущем, за что ей огромное спасибо. Мама, я хочу, чтобы вы всегда знали, что я вам всю жизнь благодарна за то, что вы решились мне родить сестренку, что вы думаете всегда обо мне по сей день, каждую минуту, каждую секунду. Вы даже не представляете, насколько я вам благодарна за все, что вы мне делаете. Я хочу, чтобы вы всегда знали, я и вам всегда говорю, как сильно я вас люблю. Мамочка, я вам благодарна еще раз, что сегодняшний такой счастливый для меня день, когда родилась моя единственная, моя любимая, моя неповторимая сестренка, моя поддержка, моя защитница. Моя мама решила родить еще одного ребенка, когда мне было 10 лет, так как я была слишком избалованным ребенком, и мама подумала, что ей нужна будет поддержка. Как вы сами понимаете, у меня есть два брата, альхамдулилля, очень хорошие люди они. Но вы все равно, наверное, меня поймете, что для каждой девушки все равно нужна сестра или сестренка. И моя мама очень серьезно задумалась над тем, чтобы я не осталась по жизни одна. И она тогда решила, что точно все, я хочу родить для своей дочки еще одну дочку. И вот 22 апреля 2008 года родилась моя красивая, моя любимая, моя единственная сестреночка. Ее зовут Патигуль. Ей уже сегодня 12 лет. Дорогая моя Патигуль, я хочу, чтобы ты всегда знала, что я тебя очень сильно люблю. И что бы ни происходило в нашей жизни, что бы ни случалось, я всегда буду за тебя, я всегда тебя буду поддерживать. Для меня ты всегда будешь права, ты для меня будешь всегда лучшая, ты для меня будешь всегда самая красивая, самая умная. И ты просто всегда знай, что я никогда ни за что, иншаллах, тебя не предам. И что бы ни случилось в жизни, я всегда буду на твоей стороне. И спасибо за поддержки, которые ты мне делаешь. Хоть ты была совсем юная, маленькая, но ты мне настолько помогаешь. Помогаешь с детьми, помогаешь с Абдуллахом, с Юсуфом. Ты самая лучшая сестренка. Я хочу всегда видеть в твоих глазах счастье, улыбку и радость. Знай, ты для меня самая лучшая. Моя сестренка лучше меня на миллионы раз. Она та девушка, которую Аллах даровал ей способностью. Она у меня изучает Коран. Она уже изучила 3 джуза. Для девочки 12 лет, я думаю, это очень даже хорошо. Она большая молодец. А еще моя сестренка занимается ментальной арифметикой, и она там делает очень большие успехи. Она самая лучшая в классе, и учительница всегда говорит, что наша Патигулька всегда ставит рекорды. А еще у моей сестренки есть свой YouTube-канал, она его тоже открыла недавно. И она ведет там фуд-блог. И знаете, она была бы очень-очень счастлива, если бы вы подписались на нее в день ее рождения. Она сидит и говорит: ой, у меня уже 20 подписчиков, у меня уже 30 подписчиков. Поддержите, пожалуйста, мою сестренку. Я оставлю ее ссылку в описании. Переходите к ней и подписывайтесь. Она будет очень счастлива. А еще я для своей сестренки выучила стишок и хочу это ей посвятить. С днем рождения, родная, моя лучшая сестра. Я души в тебе не чаю, всех родней ты для меня. Я желаю счастья, смеха, пусть все сбудется мечты. Пусть везение и удача будут рядышком идти. В жизни пусть сюрпризов разных будет много у тебя. Меньше дней печальных самых, больше радости, тепла. Я всегда с тобою рядом, это ты не забывай. Сестры, мы с тобой не даром, я люблю тебя, ты знай. Патигуль, сколько бы я тебя ни ругала, сколько бы мы с тобой ни ссорились, я хочу, чтобы ты всегда, всегда знала в душе, что я тебя очень сильно люблю. Кроме тебя у меня в жизни роднее нету. Кроме тебя никто меня так сильно не полюбит. Я тебя очень сильно люблю. Я обещаю тебя всегда защищать. Я обещаю тебя всегда любить. Я обещаю всегда быть за тебя. Что бы ни было в жизни, я всегда буду держать твою руку и говорить, что моя сестра права. Моя любимая Патигуль, с днем рождения!